начальник. Ну-ка, Вовка, встань-ка вон там. Дальше давай. Хорош! Руку подними! Так! Здорово! Памятник здесь поставим товарищу Глазкову! Наряду всего чукотского пролетариата! Слезай! Жил да был крокодил. И как полагается крокодилу, все у него было страшно. У крокодила был страшный. Гусеницу разбили, сволочи. Кто доброй сказкой входит в дом, тот свет по каждому знаком. Кто не ученый, не поэт, а покорил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут?